Да, есть тут. Вот Мария. Кто? Глист. Так вот, мы не только марионетку нашли, мы еще глистов нашли вашу батю. О, шлем выпал. Где-то. В наши дни, как обычно, популярны мини-игры в Майнкрафте, поэтому если ты любитель survival games, таких как Skywars, Hunger Games и многие другие, заходи и подписывайся на канал Кирилла, здесь будет действительно интересно. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафте. Сегодня вместе с Майей мы возвращаемся в мир операций, ребята. Кто не помнит, в предыдущий раз мы делали операцию ниндзям-черепашкам. Кто не знает, ребята, кто не смотрел эту серию, то ссылочка на нее будет в описании, ребята, заходите и смотрите. А сегодня, ребята, мы будем делать операцию самому Фредди из Five Nights at Freddy. Да, ребята, вот, кстати, стоит его тут дружочек Фокси. Поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы я продолжал снимать вот эту рубрику, если вы хотите, чтобы я выложил вот эту карту в описании, чтобы вы, ребята, сами поиграли на вот этой карте, то, конечно же, ребята, ставьте лайки. Набираем 7000 лайков на вот этой серии. Я сразу же выпускаю новую серию с операциями и сразу же выпускаю вот эту, ребята, карту в описании, где вы сами сможете ее пройти. И даже следующие какие-то уровни. Да, ребята, но вы также можете писать в комментарии любые уровни, любых героев, которые вы хотите, чтобы я сделал операцию. Допустим, ребята, какой-то мультик, Gravity Falls, какой-то фильм, Warcraft, какие-то там вселенные, супергероев. Вы, ребята, можете писать это в комментарии, и я воплощу ваши идеи в жизнь. Поэтому, ребята, не ленитесь, бегите в комментарии и сразу же пишите. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Делитесь этим видео со своими друзьями. И, конечно же, ребята, пишите, как я уже сказал, интересные комментарии на самые интересные. Я буду отвечать. А сейчас, ребята, мы будем приступать к самой операции. А мне кажется, то, что деревянный меч нам уже не пригодится. Поэтому, ребята, я возьму боевой ножик, который мы выбили в предыдущей серии из Шреддера, ребята. До самого Шреддера. Ну и сейчас, ребята, давайте посмотрим, что нам предложит Фокси. Привет, Эдисон. О, кстати, он нам дал квест, но вы его не увидели, то, что он нам выдался, потому что из-за камеры. Но он нам выдался, я, ребята, вам сейчас покажу. Привет, Эдисон, можешь ли ты помочь моему другу Фредди? Злые дети-маньяки украли... Нифига себе. Злые дети-маньяки украли его части тела, а именно глаз и нос. Можешь ли ты помочь вернуть это? Конечно, помогу. И смотрите, ребята, нам выдался квест, вот тут он. Ребенок-маньяк. То есть нам нужно найти 5 ребенков-маньяков и убить их, и вернуть глаз... и нос бедному Фредди. Божечки, божечки, как же они его нафиг изуродовали. Смотрите, они бедному Фредди просто-напросто оторвали всю башку. Как видите, тут у нас кровяка везде. И что они сделали с бедным аниматроником? Офигеть. Офигеть, ребята, это просто офигеть. Но, как вы видите, действительно, ему вырвали один глаз и что, и оторвали нос, ребята. Нам нужно найти бедных, не бедных, а наоборот, маньяков детей, чтобы забрать у них части бедного Фредди. И что у нас, ребята, тут написано? Стань на плиту, когда закончишь уровень. Конечно, станем. Да, ребята, у нас, кстати, есть 10 баксов, money, money, money. А я потом что-то куплю в магазине нашего... хирурга Стива, да, если я хорошенько помню. Нужно, конечно же, и, ребята, еще подкупить бабло. И, кстати, я вижу то, что кровавый след ведет куда-то вот сюда. Но знаете, ребята, что я еще хотел купить в предыдущей серии? И что нам действительно сейчас не хватает, а? Вот смотрите, ребята, что нам не хватает. А не хватает нам, ребята, кирки. Я не хочу тратиться на... Хотя, может, все же купить уже... Давайте купим каменную кирку. У нас, ребята, еще осталось 2 бакса. Мне кажется, каменная кирка нам все же пригодится. И у нас, кстати, ребята, есть еще скальпель. Вот он, ребята, скальпель и боевой ножик. То есть у нас уже такой неплохой запасик хирурга. Нам бы еще, если честно, броньку найти, было бы вообще офигенно. Да, но знаете, ребята, кровавый след ведет куда-то вот сюда. Давайте мы спустимся. О, лестница, вот. Как я вижу, мне кажется, то, что эти блоки как-то сильно выделяются. Опа, оп, да, да, что-то, ребята, есть, что-то, ребята, есть. И плита, кровавый след, дети-маньяки, маньяки. Ну ладно, давайте, ребята. Так, не, так, нас куда-то тэпэхнуло, и мы в как, мы где-то посередине леса. Тупик. Тупик. Что у нас там такое? Смотрите, я кого-то вижу, ребята, видите? Ребенок-маньяк. Я нашел какой-то поворот не туда, ребята. Кто смотрел фильм «Поворот не туда»? Вот что-то мне это напоминает, ребят. То, что мы... Здрасте. Открывайте. Маячины! Открывайте! Фу, ребята, вы готовы? Вы готовы к этому? Пока.
Я хотел пиццу вам предложить. Это доставка пиццы, доставка пиццы. А вы на меня, Ладно, идите сюда, я вас всех нахрен порву. На. Нифига себе, дети бадичиды. Что за дом вообще посередине леса? Что я сломал? Телевизор сломал? На. Так, вот это там, он меня еще не заметил. Что я поднял? Нос Фредди я поднял и все. И я поставлю обратно. О, что это? Я хотел обратно поставить телевизор вот сюда, о, херабрин. А нашел какую-то батарейку. Значит, нужно чекать вот эти. Так, я нашел батарейку, я нашел нос Фредди. Значит, нужно проверять вот эти все сундуки, а тумбочки, всякое такое. Так, о, бабло. 4 бакса нашел. В доме с... О, это что такое? Глаз... Да! Мы нашли, ребята, глаз аниматроника. Батарейка, наверное, для того, чтобы он работал. Чтобы зажегся, да? Да, ребята, круто. Так, нужно покушать. Значит, ребята, значит, мы на правильном пути. Давайте, идите сюда. Да, и еще двое! Да вы что издеваетесь? Сколько вас нафиг тут завелось в этом доме? Иди сюда. На тебе и на... Да, мы выполнили квест, ребята, даже в чате написало то, что мы выполнили квест. Замечательно. Так, что с них выпало? Выпало 2 тортика, пирога тыквенных. Не скажу то, что они, наверное... Ребята, вы когда-то в жизни вообще пробовали тыквенный пирог? Я, если честно, никогда, если честно, даже не хочу пробовать, поэтому не хочу, кстати. Опа, ключ! И кольчушка медика. О да, ребята, кольчушка. А ключ... вот смотрите, тут какой-то люк есть. Вот, замечательно. И кольчушка медика. Зашибись. Уже хотя бы какая-то есть бронька. Тут у нас, ребята, немного хапчика. Зашибись. Я больше ничего не пропустил, больше ничего не забыл. Я могу присесть, ребята, посидеть, повтыкать, что тут такое. Но все же, ребята, мы, наверное, будем возвращаться домой. Больше я тут ничего не вижу. Я хочу, если честно, свалить с этого домишки маньяков. Да, вот тут есть какая-то плита. Вот где я оказался, значит, ребята, все нормально, мы прошли вот это. Замечательно, сейчас нам нужно вернуться к Фокси и сказать то, что... Вернуться к Фокси? Нет, мы же... Так, ребята, в первую очередь, зачем нам возвращаться к Фокси, если мы вернули нос Фредди, нам же его нужно, ребята, построить. Мне кажется, то, что так, да, не... Да, мне кажется, то, что так, да, даже будет нормально. Дальше нету смысла строить, вот так даже нормально, да. И сейчас, ребята, ставим сюда батарейку и ставим глаз аниматроника. И вот, ребята, мы вернули Фредди и нос, и также вернули Фредди, ребята, глаз. Зашибись, значит, мы убили злых детей и... Да, квест у нас, ребята, выполнен. То есть, выполнить с Фокси. Нам нужно вернуться, ребята, к Фокси. Фокси. Дашь ли ты нам что-то, пожалуйста? Спасибо за то, что помог Фредди. Дал нам уровень и... И все? И все. Жлоб. Надеюсь, то, что у нашего Фокси дружишки есть еще один квестик для нас, чтобы мы помогли ему там еще что-то сделать, да, Фокси? Ребята, мне, наверное, постричься нужно, а то я сейчас смотрю веб-камеру, и у меня просто... Что у меня на голове? Я, если честно, не представляю, что у меня на голове. Мне реально нужно уже к парикмахеру сходить, а то, ребята, жопа какая-то. Ну да ладно, Фокси. Ох, еще одна просьба. Моя знакомая марионетка. Фредди случайно ее проглотил. Она застряла у него во рту. Ты можешь ее привезти обратно? Я тебя отблагодарю за это. Надеюсь, то, что ты меня щедро отблагодаришь за это. Но, конечно же, мы тебе поможем, Фокси. Нам дали еще одно задание. Сокровище марионетки. Что нам нужно? Нам нужно ее привести. То есть нам нужно ее вот сюда привести. Ты уверен? Ну да ладно. Так, если рассуждать логически, Фредди ее случайно проглотил, значит, она должна находиться у него во рту. Также Фокси и сказал, что она находится у него во рту. Поэтому, ребята, давайте. Фокси. Фредди, ты уверен, что я тебе еще рот скопаю, ребята. Давайте будем копать вот там. Да. Только если сейчас ничего не вижу, что у нас тут. Так. Да, есть тут. Вот Мария. Кто? Глист. Так вот. Так, мы не только марионетку нашли, мы еще и глистов нашли, вашу бать. Глубрите. О, шлем выпал. Где-то. Шлем выпал. Кольчушка медика. У нас есть кольчушка медика. Нагрудник, есть кольчушка медика. Шлем.
Опа-на, ребята, мы уже крутые становимся. Марионет, сокровище марионетки, вот. Нифига себе, Мария, а нам тебе нужно как-то... Ага, нам нужно ее, ребята, привести. То есть она будет за нами сейчас следовать, да, Мари... Да, я... Да? Да, она будет за нами сейчас следовать. Так, марионетка, нам нужно как-то тебя отсюда вывести. Давай следуй за нами, пожалуйста, мы сейчас тебя как-то выведем. Ты следуешь? О, подруга! Прыгай, прыгай, давай, 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 выше, 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 выше. Выше. И в принципе все, ребята. Мне кажется, то, что мы, наверное, выполним. Нет, еще не выполним. Давайте ее приведем обратно. Дайте, дай я сначала покушаю. Давай за нами, марионетка. Давай, давай, давай сюда. Давай, быстренько. Сюда. Не падать, не падать. Иди сюда. Вот сюда. Сюда. Фокси. Вот. Мы привели. Так, да меня. Так смотрит. Че ты хочешь, а? Ну, я привел, а ты на меня еще тут возмущаешься. На тебе. Я не хотел жрать, ну да ладно. Спасибо за то, что помог моей подруге. Муа! Не за что, не за что. Нам дали новое оружие. Бейсбольную биту, ребята. Так, на боевом ножике у нас было 5 урона. Вот, боевой ножик 5 урона. И сейчас нам дали, ребята, бейсбольную биту на 6 урона. Да, и ребята, мы ее привели вот сюда. Зашибись. Можешь ее забирать себе. Угу. И сейчас, ребята, мы бежим сюда, чтобы выполнить наше задание. Все ли мы выполнили? Сейчас, ребята, мы это увидим. Да, поздравляем! Ты прошел уровень. Да, ребята, мы прошли еще один уровень. И в этом уровне мы успешно помогли 2 раза Фокси. Спасли Фрей... Ну, как спасли? Все же дети-маньяки оторвали ему башку, но мы хотя бы ему вернули глаз и нос восстановили. Может, мы в следующих сериях восстановим ему полностью все тело, и наш Фредди оживет? Ребята, лайк, если бы вы хотели это увидеть. И также Фокси. Не за что. Мы тебе помогли, не за что. И рядом возле Фокси, ребята, мы заканчиваем эту серию. Я надеюсь, что она вам очень сильно, ребята, понравилась. Я буду рад, если вы влепите большущий палец вверх. Наберем 7000 лайков. В первую очередь я сразу же выпускаю следующую серию с операциями. И, конечно же, в тот же момент, ребята, я выпускаю карту. Я ее после 7000 лайков поставлю в описание, что любой из вас, ребята, может ее скачать и перепройти или пройти следующие уровни. Ну что, самое, ребята, главное, заходите в комментарии и пишите, кого бы вы хотели увидеть в следующих частях. Пишите любимых ваших героев, ребята. Супермен, Бэтмен, Диппер, Мейбл с Gravity Falls, ребята. Там Капитан Америка, Железный Человек, Спайдермен, ребята. Кто угодно, любую вашу идею я могу воплотить в жизнь. Поэтому, ребята, пишите, не стесняйтесь, кого бы вы хотели увидеть на нашем хирургическом столе. Кому бы я там что-то отрезал. Ребята, пишите в комментарии. Еще раз вам, ребята, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Делитесь этим видео со своими друзьями. И, конечно же, ребята, конечно же, пишите комментарии, как я вам уже сказал. Ребята, еще раз вам большое спасибо за просмотр. Вы крутые, молодцы. Всем удачи, ребята, и всем пока.